политическое убежище, когда можно поехать на родину? Вопрос очень специфичный, да? То есть это однозначно люди, которые либо уже готовы подавать на политическое убежище, либо находятся на политическом убежище в ожидании рассмотрения кейса. Вот данный вопрос их и не интересует. В целом же я бы, конечно, рекомендовала никогда. Ответ часто у людей бывает: вот, после получения паспорта ты можешь поехать домой. По идее, ты можешь, но здесь такая ситуация. Если к вам внимания нет со стороны иммиграционной службы, да, если нет никакого негативного внимания, если никто вам сильно не завидует и не напишет какую-то кляузу на вас, тогда, в принципе, вы можете гонять туда-сюда, и ничего вам за это не будет. Если же где-то такая информация всплывет, на вас может начаться вести расследование, даже на этапе уже, когда вы натурализовались. Вас могут денатурализовать и могут забрать грин-карту. То есть это не так, что вы получили гражданство и зашибись. Если вы получили гражданство через грин-карту, которая получена через мошенничество, у вас гражданство могут забрать. Поэтому все поездки домой, они идут на свой страх и риск. С другой стороны, конечно же, весь процесс занимает годы, годы, годы. Там целые поколения вырастают во время того, как весь один кейс может рассмотреться. И если даже угроза была в какой-то момент, да, она может уже не быть. Допустим, вот были какие-то политические репрессии, прошло 15 лет, этих репрессий уже нет. И логично, что человек как бы может вернуться, да. Но если мы говорим о краткосрочных периодах, например, 5 лет или даже 7 лет, то есть все, что в пределах 10 лет, и вы, к примеру, там подались и получили как гей или вот как религиозное меньшинство в своей стране, то, вероятнее всего, ситуация не сильно изменилась на родине. То есть все как было, так и есть. Как была у нас страна полна гомофобами, и, к примеру, там мусульмане давили христиан, то тогда, скорее всего, даже когда вы получите гражданство, да, ситуация будет точно такой же. И тот факт, что вы решили возвращаться туда, ездить, означает, что, скорее всего, у вас и не было никакой угрозы в вашей жизни. И если каким-то образом внимание ICE или иммиграционной службы, или там чего бы то ни было, будет привлечено к вам, тогда могут начаться проблемы. Поэтому вы должны сами анализировать ситуацию, смотреть, насколько вы ровно ходите, насколько у вас недоброжелатели, какой у вас кейс, потому что политические взгляды, допустим, и сексуальная ориентация — это совершенно два разных кейса, и последствия разные. Поэтому ответ прям железный сказать, что «Ой, вот как получите паспорт, можете ехать домой» — неправда. С другой стороны, если естественным путем гонения в вашу сторону уже закончились, ввиду исторических обстоятельств, да, допустим, ситуация поменялась, то тогда вы можете ездить, что там уже нет вам угрозы. Всем, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под этим видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы получить всю самую актуальную информацию об эмиграции в США.